Этот рецепт посвящается любителям баунти, так как я расскажу вам, как приготовить домашний баунти, невероятно вкусную сладость. Кокосовая стружка, сливки, молоко и какао, что может быть лучше? Домашний баунти, приготовленный по этому рецепту, практически ничем не отличается от покупного. Получается он очень вкусным, ароматным и с приятными сливочными нотками. Если вы покупаете целый кокос и натираете его на стружку, тогда вам потребуется немного меньше сливок, чем написано в рецепте, так как кокос довольно влажный. По желанию вы можете добавить сахар или сахарную пудру, чтобы сделать конфеты более сладкими. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Если у вас покупной кокос, вам необходимо очистить его от корки, предварительно немного постучав по нему ножом и молоточком, и натереть на мелкой терке мякоть, чтобы получить кокосовую стружку. 2. Далее растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте к нему 3 столовые ложки сахара, хорошо перемешайте, добавьте сливки и перемешайте до однородной массы. 3. Добавьте кокосовую стружку и хорошо вымешайте. Выложите массу на застеленную пергаментной бумагой форму и оставьте в морозилке на 1 час. После этого извлеките форму и нарежьте массу на батончики. Отправьте снова в морозилку на 1 час. 4. Приготовьте глазурь. Смешайте какао и 8 столовые ложек сахара, добавив 100 мл молока. Хорошо размешайте. Переложите эту смесь в разогретое 100 мл молока и добавьте сливочное масло. Хорошо перемешайте всю массу до однородной консистенции. Ставим лайк и подписываемся. 5. Когда глазурь немного застынет, опустите туда готовые батончики, затем переложите батончики на тарелку и посыпьте кокосовой стружкой. Охладите конфеты в холодильнике. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Кокосовая стружка, 200 грамм. Сливочное масло, 130 грамм, 50 грамм для конфет, 80 грамм для глазури. Молоко, 200 миллилитров. Сливки 20%, 200 миллилитров. Сахар, 1-1 столовая ложка, 8 столовые ложек для глазури, 3 столовые ложки для конфет. Какао, 8 столовых ложек. Количество порций 5-6. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем пока!